Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 51-м уроке видеокурса «Лендинг пейдж для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать классный виджет, такой дышащий текст, я его называю. Видите, сейчас идет анимация, буквы раздвигаются друг от друга, потом сужаются, и получается такой некий эффект, как будто буквы дышат. Давайте рассмотрим данный виджет. Переходим в программу Adobe News. Заходим в библиотеки и вытягиваем данный виджет. Раскрываем настройки. У нас тут небольшие настройки. Давайте их рассмотрим. Первое поле «Текст». Соответственно, здесь пишите тот текст, который вам нужно, чтобы отображался. Дальше «Текст Color». Первый цвет. Это наши буквы, верхний цвет. И, соответственно, «Shadow Color», да, это как бы тень. Давайте попробуем выбрать цвет. Я выбираю белый. И тень, можно какую-нибудь такую серую. И самое интересное, анимации здесь управлять нельзя. Буквы будут все время как бы немножко так вот дышать, расходиться друг от друга, исходиться. Но здесь можно только управлять поворотом. Вот последняя опция Rotate, поворот, у нас стоит по умолчанию 45. Давайте пока оставим как есть и посмотрим, что у нас в предпросмотре. Но перед этим я вам покажу, как здесь можно изменить шрифт и размер, так как в настройках нет таких опций управления. Вы выделяете данный виджет. В Muse выбираете инструмент «Текст». И вот здесь вверху появляется такая опция размера. Можете выставить любой размер. Я выставляю последний 72. Если текст делится у вас на несколько строчек, видно здесь в предпросмотре, то вы просто пробуйте увеличить сам виджет. Далее, нам нужно сменить шрифт. Также выделяем наш виджет, идем в инструмент «Текст» и выбираем тот шрифт, который вас интересует. И давайте посмотрим, что у нас в браузере. У нас все с вами получилось. Вот так вот просто. Нестандартный такой виджет, да, но где-то может смотреться хорошо. Главное, что это не графика. Поисковики будут это воспринимать как текст. Поэтому вот такие уже крутые вещи можно делать шрифтом, да, то есть текстом. Дальше. Смотрите, что можно сделать с Rotate. Можно поставить 0. И вы видите, что у нас текст можно выставить как бы ровно, если это нужно. Ну и, соответственно, вы можете дублировать данный виджет. Зажать клавишу Alt и левой кнопкой мыши вы можете подтянуть данный виджет и сделать, например, какой-то рядом еще текст. Если делать меньше, соответственно, надо убавить размер. Например, тут напишу просто «Привет», убавим размер. И выкрасим, например, в какой-то другой цвет. Идем в браузер. И у нас вот такие вот дышащие слова получаются. В общем, надеюсь, вы найдете применение данному виджету. В принципе, об этом виджете я все рассказал. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите.
иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.